Грузчик. Часть третья. Выход на пенсию. Рю. Ты довольно тупой, парень. Ты действительно думал, что сможешь победить меня с подобным кунг-фу? Да, ему нужно... Рю, не надо. Ты должен отдохнуть, давай все обдумаем. Полагаю, ты права. Почему ты спрашиваешь? Я слышал, какие-то головорезы обыскивали город и устраивали беспорядки. Они кричали, где зеркало Феникса, пока обыскивали мой дом. Как ты видишь? Кто эти люди, конкретно? Шенхуа, разве это не... Я видел, как два незнакомца заходили в этот дом. Дети в деревне видели, как головорезы входили в дом Ху. Ивао, так звали моего отца. Значит, вы знали его? Его убили. И я сказал тебе, это древняя история. Она никак с тобой не связана. Проклятие. Что вообще я знаю? Я хочу, чтобы вы научили меня технике боя. Просто так я тебя обучить не могу. Я сделаю что угодно. Пожалуйста. Говорит не по-русски. Ты все еще недостаточно быстрый. Быстро сокращай дистанцию и бей. Слишком медленно. Похоже, что у тебя есть силы. Возможно, пора тебя обучить технике. Ну ладно. Скоро на ВХС. Музыка-то какая душевная, мать ее.